сказать. Можно и нужно читать периодически журнал iFacts. Можно и нужно слушать хорошую музыку. Можно и нужно радоваться каждому дню. Все очень круто. Все плохое, вот не думайте об этом. Думайте о том, что нужно идти вперед, что рядом с вами те самые люди, и это тот самый момент, когда стоит не сожалеть ни о чем, а на полную катушку.